Сатьяри, он именно проводник. И что очень отзывается в сердце, это то, что ощущение создается, что он просто передает знания, вот чистые знания, которые он получил. Сатьярти – учитель высокого уровня, с большим опытом, и он может передавать свои знания на очень высокой вибрации, очень чисто, доступно и понятно. В этих знаниях нету его, то есть какого-то эго или личности. Впечатленным как человеком, как преподавателем и теми знаниями, которыми он делится. И самое главное, он земной. Вот, и я просто счастлива, что именно к нему, именно к этому мастеру привела меня судьба и моя дорога. Потому что то поле, которое он создает, то уникальное пространство тепла, любви, заботы, оно действительно проникает в глубину души каждого участника и позволяет стереть все границы, стереть все границы, все какие-то ограничения. And I find in this one is the best structured. And everyone coming out of it really have the tools to work it out right away, which never happened to me before. У меня нет слов. Это про жизнь, про любовь к жизни, про проживание любви в жизни, про просто любовь человеческих отношений. Здесь я начал соединяться с собой. Мне стало понятно, зачем я столько долго метался по разным тренингам. Мне здесь это все соединяется и продолжается. Он очень достоин. Он молодец. Он действительно делает уникальные вещи и все преподносит так легко и просто. Это что-то прекрасное, и я чувствую любовь не только к себе, но ко всем остальным. Хотя раньше было очень сложно. Здесь есть семья. На эти даже 3 дня у нас есть семья. И каждый мне позволяет привести себя настоящим, себя истинным, во взаимодействии с другими людьми. И все становится, вся группа становится очень быстро одной большой семьей. And he is so generous. He reaches out to everyone. Like we have a position in his heart, every one of us. В сердце любовь, вообще любовь. Это было про любовь, это было про сердце. Это было очень сложно. Это было более физически в какой-то момент. Но здесь тебя учат этого не бояться и проживать этот момент, проживать этот опыт. И это просто, ну вот, очень необычно, и это очень чудесно, и это очень исцеляюще. So, I'm very grateful. I've taken this retreat and to meet him. Пожалуйста, не бойтесь, это круто, это потрясающий мастер. Настолько Сатьярти создает обстановку, настолько к себе располагает, настолько люди раскрываются с другой стороны, что ты чувствуешь себя в защищенности. То есть это словами не описать, это вот нужно прийти сюда, даже просто быть в поле мастера, и это уже много даст. Это было так исцеляюще. Благодарю.
всех приглашаю, потому что то, что вы получите здесь, исцелит вашу жизнь и даст возможность вам ее трансформировать.